Как утешить мне вас в скорбях изнемогшую душу, сказать ли, что я сострадаю вас, что наша вся церковь молилась не раз, сказать ли, что это для славы небес, что сам наш Господь страдал на земле, пока не воскрес. Побои, плевки, унижения и крест прошел на земле наш Спаситель Христос, и души искуплены кровью Христа, и в небо стремится прославить Творца. Все это мы знаем, и мне ли учить? Но будем мы Бога сильнее молить, чтоб слабые души в неравной борьбе Христос укрепил, уподобил себе, чтоб можно нам было в борьбе устоять, погибшие души для Бога спасать.